И еще один юбиляр — Михаил Иванович Глинка. Он вошел в историю музыкальной культуры не только как великий композитор, но и как основоположник народности русской музыки. Он буквально бросил вызов своим современникам. Аристократическое общество тогда с большим пренебрежением относилось к фольклорным песням. Композитор же проявил подлинную смелость и новаторство, подняв народную музыку на ступень высокого искусства, показав ее изумительную красоту и мощь. Цыганская народная песня «Коса». Аранжировка для голоса с хором Михаила Ивановича Глинка, солистка Елена Козлова.